До Нового года остается 11 дней. Между тем, аналитики провели опрос и выяснили, сколько россияне планируют потратить на праздничный стол. Почти треть респондентов рассчитывают купить продукты и алкоголь на сумму от 4 до 5 тысяч рублей. Каждый четвертый опрошенный готов потратить до 7 тысяч. Выделить на новогодний стол до 10 тысяч рублей настроены 16% россиян, и лишь 8% планируют уложиться в 3 тысячи рублей. Основными статьями расходов все так же значится икра, крепкий алкоголь и горячее.